как художника. И не только. Сейчас я гараж открою. Так, ну что, Елена Санна, мы приехали в гости к Чернобаеву. Это все под запись опять, да? А как же, а я никогда времени не теряю, только под запись. Значит, дело в том, что... Я вас приветствую, молодой человек. Дело в том, что очень серьезная тема. Мы уже каждое дерево изучили. Да. Вот. Но впервые два таких специалиста для меня встретились. Это представитель науки Елена Александровна Савинич. Вот. Значит, лучший садовод-любитель Хакасии, как минимум. А вообще, может быть, от Урала до Дальнего Востока. Не надо так говорить. Я исключаю несколько замечательных садоводов. Из этого числа любителей. Только потому, что кто-то саженцами торгуем. Значит, а чистый любитель, вот он. А и как-то незаметно, а, ну, наверное, впереди науки лет на... Ну, давай так. На кого, на чем прививаешь? Константинович, ты что имеешь в виду? Саженцы, то есть это яблони... Тебе процитировать Мичурина, что на сибирке нельзя прививать. Да ну такого. Тебе процитировать, что на уссурийский груш нельзя прививать. Кто чем... тебе сказал? Это наука, что ли? Да ну глупости. Вон, пошли, сейчас все покажу. Так я тебя специально завел. Так, пойдем. Это он подначивает. А, да, да, да. А ты думал как? А иначе тебя как это раскрутить? Пойдем. Вот сразу. Нет, выставку покажи или что осталось. Что именно? Вот это. А. Яблоки, что ли? Да у тебя на деревьях почти ничего не осталось. Да я вот, вон, видишь, лестница, сейчас вот сдирал. Половину, ну я уже в подвал опустил, да? Ах, еще и в подвал успел. А какой запах? Вот только поврежденные я немножко, это, которые тюкнутые, я их... Дай их сюда, на семена возьму. Вот эти, кстати, поврежденные. Константинович. Вот эту парочку. Ты это, не парочку. Это не поврежденное, это смотрю, вот. А это кандиль. В этом году у меня одна единственная. У веточка. Тебя кандиль был крупнее в два раза. Или да, в этом году да. Все мелкое? Не в том дело. Это привито на ветке отдельно на этом самом фиолетово-красном. Вот. Отдельно там пару веточек. И она в этом году какая-то замученная. Там теневая часть с северной стороны. Но я для сохранения вида ее только оставил. У меня отдельное деревце, вон там есть, молодое, посаженное. Так, а что? А это как понимать? Это мне с Вьетнама привезли. А, нет, это нам подарок. Не интересно. Вон, скорпион какой поганый. Что гадость? Говорит, для мужиков полезная вещь. Я говорю, ёкарный бабай. Так, все не отвлекаться. Хоть меня расстреляют. Мы тебе ученую даму привезли, а ты тут про скорпиона. Подожди, ты мне сразу скажи, взвешивал, нет? Взвешивал, 540 грамм. И я тебя поздравляю, у меня первое второе место. У меня 500, у тебя 540. Да. А знаешь, довольно-таки, вот когда ты... Да помнишь... не это, кстати, а то люди подумают. Здесь грамм 350. Здесь, да, около того. Когда опорты вот ты публиковал в этой газете в какой, дочка там стоит. Да, вот да, вот, да. Те были по 530 грамм каждый. 540. У меня же на весах. У меня есть фотография на весах. А, у меня, да, там весы вот. И все. Короче, ты двойной чемпион. Да ты что? Апорт 540. И мой этот самый Golden Железо, извини, нескромно называю, тоже 540, но выращенный тобой. Еще не это. Не готовы они. Должны недельку хотя бы полежать в тепле. Возьмите с собой. Пригодится. Я говорил, я предупреждал. А, это же вообще... Нет, они еще не пахнут. А вот тоже твое же нет. Твое нет. Мое. Слушай, что оно такое? Слушайте, да мое, мое. Вот. А одно. У меня, знаешь, мы фильм вчера снимали. У меня одно стало желто-розовое. Ой, представляешь? Ага. На одном дереве разные висят. Вот уже пахнут кто. Это кто? Формел. Я про формел стыдно сказать, ничего не знаю. Считается, что гибрид этого белого налива еще чуть не мелко. Что-то не пахнет белым наливом. Он по форме-то не особо похож на мелбу. Он вообще не похож. Так это гибрид. Ну я поняла, но хоть ну, что-то должно быть. Гибрид, вообще. Не гибрид, но это так мне этот Тоторов сказал. А я его как отдельный сорт добыл.
Это с Россошанского питомника. Угу. Вот. И они... Я твои бельфоры показывал Елене Александровне. Самые крупные. Нет, это тоже туда же. Да что вы, а как же я это все? А что, нет ничего? Нет, есть. Я запасаюсь. Давай, давай. Бери тут, складывай. А бельфлёры вот, вот они. Дело в том, что Елена Александровна... Вы расскажите, кто я такая, а то сейчас человек подумает, что я прям какая-то супер. Нет, сейчас все начнется другое. Нет, ну сейчас разберемся. Это для знакомства. Ух ты. Мне нужен определить ее вкус. Баллах, попробуй. Пробовать? Нет. А, давайте разрежем. Давайте лучше. Ну, давай разрежем. Так, я дома. А и приехал-то я не за этим. Я в гостях. Приехал я из-за страшной беды, которая поразила садоводство хакасское и красноярское. Вот что. Красота какая. Красота. Вот у вас даже все лежит, как натюрморт. Не просто лежит в куче, ну, а прям... Виноград. Он художник. Не-не-не, не так. Я хотел виноград немножко сохранить, а некогда подвесить. У меня вон... Ага. Приткнул там вот эти специальные эти чертовщины. Самое главное, вот это, то, что мы видим, это слабая тень от того, что тут было 2 недели назад. А можете в подвал спуститься? Сейчас. Там примерно столько же, как и картошки. Мы спустимся, Валерий Константинович скоро уедет, а мы спустимся. А, ну да. Спасибо. Зачем вам третий? Спасибо, меня уже угощают. Спасибо. Я сейчас сам попробую, а то вдруг... Он меня опередил по опорт 600-граммовый, раз. А порт красный 2. У меня-то это самое, субботинский этот, Шушинского ГСО апорт. А он 1,5 раза меньше. Так у вас-то он натуральный оттуда, из Казахстана? Он напрямую, а я через науку доставал. Я очень давно, примерно 87-й год, 86-й, 87-й, вот так вот, этот промежуток. Сталдикургана привез. Угу. Вот этот кроваво-красный. И, я, как говорил, нет, самое главное. Казахстан ищет апорт. Вот. Я жду, когда это сам. А, я же тебе говорил, этот самый. Из Каменногорский садовод Александр заказал 500 семечек. Ну, не только апорта, но и апорта в том числе. Угу. Все лучшее. Я ему вышлю и московские гиганты Подмосковья. Свою грушу. Ой, груша. И твой апорт. О. Не груша, а зверь. Серьезно, я вот, не пришлось мне его взвесить. Ты его хоть пробовал взвешивать? 460 или 480 грамм, только не... Почти 500. Это вот эта вот большая, которая в холодильнике лежит? Нет, в холодильнике мелкая, там 300 грамм. Это мелкая. Ну, мелкая. Ну, сейчас. Глянем. Так. Прежде чем дойдем до болезни, к которой мы приехали, скажи, какая груша самая сладкая, на твой взгляд? Не могу знать. У нас с тобой 2 уникальные коллекции. Вот своих этих соседей угощал, практически каждую субботу угощаю грушей. Мусорка у нас приходит в субботу. Я вытаскиваю определенный сорт. И вот я их уже 4 сорта подряд преподнес. Они слаще морковки не ели. Я говорю, да они, по-моему, одинаковые. А прошлую субботу... То есть воскресенье. Я сразу 2 сорта приволок. Космическую. Я специально спрашиваю это при, на выброс, что при Елене Александровне. Нет, это просто лежат. Нет, просто вы говорите, мусорка приезжает. Это как-то относится? Или вы с соседями встречаетесь мусорка, в это да. время? Сбор мусора бытового. Вот сюда подъезжает мусорка, мы там встречаемся. Я им это для дегустации выношу. И вот вынес... Как я специально Сделали. Хотел, я его просто задал. Ну, сейчас через... Провокатор. Провокатор, действительно. Мне надо выбрать и потом разрезать. Они вот сейчас прямо с дерева снял, да, тоже одну спелую угостил их. Это космическая. Так, вот этот, правда, не космическая. Нет, это... нет, нет, вот это похоже. Вот космическая. А я ее космическая, а я не угощал. Я всем кучу пробовали покидал. Пробовали вчера, пробовали. Где пробовали? Там у меня. Там, в хуторе. Так. Я же тоже теперь там жительница хутора. Разве? Будущее, да. Будущее. Вот, вот это мраморное, так? Мраморное, вот мы ходили по саду, где под деревом да, лежали. Валялась. Да, да, да. У меня до сих пор лежат, она случайно не осенняя? Конечно, лежат, я говорил, лежат. Висят у меня еще.
У меня висят, я часть собрал. Но она в этом году плохо окрашена, почти не окрашена. Только на этом, на солнышке чуть-чуть красная. Слушайте, это что такое? Да, а что это такое за штучка? Вот художник, он на печать. Ага. Да? Ну, как люстра. Классно. Ну, куда? Ну, перышко воткнуло. Ой, оно там так хорошо торчит. Отлично. Так, ну это, ты знаешь, что зрители все равно и зайдут? Нет, не зайдут. Вот, космическая. Ну, давай тогда сравнивать, хорошо. Потому что они в числе... Давайте мы поделимся, что вторую. Они входят в мою лучшую десятку. Зачем вторую? Ну, просто жалко, не режь. Это не космическая. Жалко. То, что я этим ребятам когда сунул вот эти вот груши, они говорят, да, они все одинаковые. Один только говорит, что... Не такая. Вчера была не такая. Зрелая. Я вчера угощал космической. Вот космическая. Вот это. Ну, другой вкус. Вообще. А вот обычное смотри. Дело. А вот это сразу можно пробовать. Но она после космической может травой показаться. Это мраморная, но она тоже у меня сладкая. Они у него больше лежат, чем у меня. Мы же ходили по саду. Не-не, постави, я уже наелся у себя. Мы ходили по саду, а у него уже лежат. Сладкая или такая же? А? Она менее она сладкая. Та же, как лесная вот лесная красавица. Мне кажется. Набирает сахар постепенно. Да, это осенняя сорта. Угу. Это как бы такая сильно сладкая, а вот это... Бедные зрители. Слушай, можешь мне уже выключить этот просмотр, или как, запись. Я, наверное, выключил. Это декабрьская. Я, правда, уже в подвал. Все, я выключаю. Это мы на нервах играем у людей. Значит, второй сюжет будет, уважаемые зрители, это я это самое, наверное, без меня снимут. Меня интересует вопрос, я такой вопрос задам, чтобы люди знали. Угу. Итак, нас, это у тебя такая красота. Ну, у меня еще, может, у двоих-троих. Поразила страшная беда. Мнения разделились. Так. На тему? На тему яблони. А. Миллионная гибельная. Эпидемия. Вся Хакасия, весь Красноярский край. Не только. И Волгоградская область уже. Уже дошла? Ну, там давно. Я знаю. Там не, я знаю Россия. Про Башкирию. Я знаю про Кемеровскую область. Угу. Кемеровская тоже. Уже и там. В Мичуринске на конференции была тишина. Кстати, Казахстан... У них не это основная беда. Нет, ну то есть до них все не дошло. Не курчавость, а парша. А-а-а. Ну, это... Это надо к нам. Все, я на этом прекращаю. Ребята, просьба к вам. Два специалиста поговорите, просьба под камеру и прислать мне фильм. Мое время истекло, у меня свои проблемы. Что, опять куда-то убегаешь? А у меня дети опять это... Одни сидят дома. Сейчас мы вот эти продегустируем. А эти дети чуть-чуть выше пупка моего. Ну, все. У меня груш на сегодняшний день 12 сортов. 14. Было, ну это не считается, это не считается. Нет, один сорт у меня пропал, потому что это он не выдержал, это быре позднее украинское. Мерзнет он тут, паразит. Некоторое время плодоносил, да, и мы обычно на Новый год его употребляли. Он куда круче конференции, тоже длинноватая, красивая, гладкая груша, вот, зеленого цвета. Но она крякнула у меня. А смоленскую крупную я сам уничтожил. Ты помнишь, я об этом до этого говорил. Это которая невкусная? Да. А вообще несъедобная. Она... Так, ребята, во, величину. Я с вами прощаюсь. Ага. Фильм хорошо. Получился, потому что это штучное изделие перед нами, Елена Александровна. Вот. Значит, излишне восхваляет, ей-богу. Излишне? Мне самой неудобно, он мне иногда рассказывает. Елена Александровна, излишне я его расхваляю? Не знаю. Не знаю. Нет, наверное, не зря. Вот, значит, в Минусинском были? На высшем учреждении, скажем так. Я? В Хышевском я были? Я сейчас была, конечно. Это наша широта. Все, я на этом хорошо. Ухожу. Константин, я тебе...